Защита двигателя коробки для автомобиля Fiat Linea первого поколения. Защита закрывает двигатель коробку. Завод Титан. Сталь горячекатанная. Толщина 2 мм. Покрытие антикоррозионная порошковая краска. Установка на штатные места. Вес защиты порядка 11 кг. По всей длине прокатаны ребра жесткости. Предусмотрены вентиляционные отверстия в передней части для охлаждения мотора и силиконовые амортизаторы в тех местах, где металл соприкасается с металлом. Спасибо за просмотр, хорошего дня и подписывайтесь на канал.